гости к спортсменам Владивостока приехали футболисты провинции Северный Хамгем из Корейской Народно-Демократической Республики. На Владивостокском стадионе «Динамо» состоялась первая товарищеская встреча корейских футболистов с чемпионом Приморья, футболистами «Динамо». Итак, мяч в игре. Корейские футболисты начинают матч решительной атакой. Но нет, удар мимо ворот. Следует ответная атака хозяев поля. Игра идет в высоком темпе. Вратарь гостей ликвидировал немало серьезных угроз динамовцев. Чемпион Приморья показал себя в этой встрече не лучшим образом. Гости показывают более слаженную игру. Вот они снова нападают. Первая встреча советских и корейских футболистов закончилась в ничью 0-0. Но каким бы ни был счет, выиграли обе стороны. В этих встречах растет и крепнет дружба спортсменов двух братских стран.